so many colors in your eyes. I see what's love with no disguise. I see shining blinding lights. I see so many colors in your eyes. I see so many colors in your eyes. I see what's love with no disguise. I see shining blinding lights. I see so many colors in your eyes. Whoa. 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 So many colors in your Закончился у нас очередной поединок, да и тур сегодня. Закрывали его гаранты СИАП. СИАП одержал, ну, можем сказать, уже уверенную победу 5-1. В студии у нас капитан команды СИАП Демид Голиков и капитан команды Гарант Александр Комаров. Демид, поздравляю с победой. Ну,
расскажи, как вообще настраивались на игру, какой был план, хотели играть от обороны, или все-таки Костя Константин Анисимов сказал, что нужно играть первым номером, и сегодня, может быть, показать какой-то комбинационный футбол, там, игрокам в созидании как-то проявить себя, как-то, может быть, то есть как-то готовились, как обычно, к игре, или все-таки знали, что у Гаранта сейчас есть определенные проблемы, там, и со сбором, и со всем, и хотели как-то, не знаю, соответственно, исходить уже от соперника. Спасибо, что поздравил. В общем, я хочу, чтобы конкретно тебе, Василий, чтобы ты мне больше не задавал вопросы про сборы соперника, да, про какие-то проблемы ни было. Мне вообще не интересно. Пусть хоть пятером приезжают. Это проблемы соперника. Мы настраиваемся на любую команду одинаково. Это будет Юпитер, Золотой, Волна, Резерв, Гарант, все что угодно, одинаково. Если настраиваться по-другому, то нам не позволяет класс. Личный класс наш не позволяет вот в таком, да, ключе действовать, в котором ты говоришь. Мне кажется, что, допустим, сегодня мы пытались играть первым номером, но у нас совсем это плохо выходило, у нас появились проблемы. У нас есть тренерский штаб, который будет над этим работать. Мы снова пропустили. Соответственно, усложнили себе задачу. Гарант, вот видишь, опять же, ты говоришь, не собрался и все прочее. Они взяли и забили первыми. И доставили нам проблем. Как бы то ни было, это не очень хорошая новость для команды, да, когда она пропускает. Уже нужно задачи решать, отыграться, а потом уже... как выйти вперед. Так что нам есть над чем работать. Я думаю, что прибавлять и прибавлять нам еще, чтобы играть как бы на первых ролях. Так, в принципе, в целом, думаю, что закономерно победили. Это самое важное. Если бы сегодня мы не набрали 3 очка, мне было бы очень нехорошо сегодня дома в плане ощущений на душе. Ну, Демид, да, по игре смотрелось, что казалось, что как только Сиап выйдет вперед, то на самом деле Гаранту придется очень сложно. И, конечно, гол Гаранта добавил интриги в матче. Вот. Но расскажи, удалось самое главное получить сегодня удовольствие от футбола? Да я всегда его получаю. Как бы думаю, что мне удалось. Ты имел, наверное, в виду с точки зрения того, что... получилось ли у нас то, что мы... Да, я именно это имел в виду. Я думаю, что мы... Мне кажется, что не до конца мы сегодня раскрывали все свои карты. Можно было похитрее. Не хватает нам хитрости спереди. Могли все в завершающей стадии, конечно, решать все раньше. Были и моменты, предпосылки. Есть над чем работать. Все как обычно, все стандартно. Александр, вопрос к тебе. Да, наверное... Очень непростая игра для вас. Я даже не знаю, что у тебя спросить, в том плане, что, мне кажется, после каждого интервью тебя спрашивают про сбор, да? Это первый вопрос всех, поэтому я, да, когда готовился к студии, я даже не знал спрашивать в очередной раз. Поэтому спрошу просто, какие вообще сейчас, мне интересно, вот задача Гаранта? То есть идти от матча к матчу и смотреть просто, в каждом, готовиться к каждой игре и смотреть, или все-таки есть уже у тебя в голове какой-то план спасения, просто пока не получается его реализовывать, чтобы как-то команда начала хотя бы даже не то, что набирать очки, хотя бы строить игру, потому что вот мне показалось, что ну, моментами сегодня ну, пытались на Дубуса забрасывать, но это иногда как вот казалось, что уже от того, что вообще ну, не понимали, что ребята делать. Пару эпизодов было, когда могли, ну, когда низом неплохо выходили, но слишком редко это было. Расскажи, пожалуйста. Нет, ну задача от игры к игре идти, пытаться как бы какой-то определенный костяк людей, которые будут постоянно приезжать, чтобы мы хоть как-то определенным составом выходили и играли, хотя бы, чтобы люди играли в защите, в полузащите, одни и те же, а не то, что у нас там второй вратарь, ну не второй, у нас нет второго вратаря, у нас просто один из вратарей почти весь матч играет полевого игрока, то есть как бы... Вот так вот что, явка такая. А так от матча к матчу идти, к определенно к каждому сопернику мы не готовимся. Больше идет вопрос, чтобы собраться. В конце просто тяжело уже было. По большому счету играли вторым номером всю игру. Ну, не хватило, вот, на самом деле. Так-то счет был, в принципе, 2-1. Мы там в конце напропускали только еще 3 мяча. Уже в последние там 2-3 минуты, 4. Ну, могли наказать себя за расточительность, когда и Латовский в пустые ворота не попал. Ну, там до этого был момент еще у Дубаса, когда мы хорошо там ребята в касании вроде как разыграли, через правую бровку мы перешли, и при счете 2-1 могли забить. Счет бы стал 2-2. Можно было бы как бы упереться еще, как до этого делали, и, может быть, там... поймать еще один какой-то момент, или, ну, хотя бы там, не знаю, ну, видишь, не забили там, и
пропустили еще парочку, и в итоге счет на табло. Часто мы теперь Артема Дубаса будем в поле видеть? Нет, Артема Дубаса в принципе не часто, потому что у нас ушел другой вратарь, Егор. Артем вот доигрывает, наверное, сколько у него осталось, по-моему, еще одна, ну, может быть, две игры, все, он уходит в армию, молодой-молодой человек еще. И вот Алексей сегодня дебютировал за нас, ну, вратарь, в принципе, хорошо себя проявил, в принципе, мне понравился. Еще, Александр, вопрос такой хотел задать, мне очень интересно, просто не в курсе, может, ты уже говорил об этом, почему не появляются братья Барбаши? Ну, у Ивана, который защитник, на травме, травмирован. Денис, он был в Сочи, там же в Сочи пляжка, по-моему, проходила, если не ошибаюсь. Вот, ну, вот, в принципе, должен был приехать сегодня, на самом деле, к второму тайму, он и еще два человека. Мы как бы очень ждали, чтобы хотя бы, ну, подышать кому-то дать, потому что я, ну, в принципе, редко очень выхожу, сегодня вообще пришлось с температурой простуженному. Я там, конечно, голова кружилась, еле бегал. Ну, надеюсь, что в следующей игре как-то будет получше все это обстоять дела. Александр, да, не расстраивайтесь, здоровья. Демид, да, еще один вопрос к тебе, но перейдем, наверное, к похвалам. Я думаю, наконец, игра Виталия Константинова тебе сегодня понравилась. Нет, не совсем. То есть покера мало, он должен был забивать еще. Ну, я считаю, что он еще прибавит. Ну, это мое мнение. В плане того, что он сегодня сделал, да, я поздравляю его. Он чисто в личную копилку статистику себе там подправил. Молодец, забил. Я очень надеюсь на него, как на игрока, который будет решать в атаке. В общем, решать задачу, которую должен делать, да, игрок атаки. Сегодня у него получилось... лучше, чем вчера, как говорится. Сегодня, да. В первом тайме он мог раньше чуть-чуть решить, и ему сразу дали понять, что лучше сразу решать. И он решил, что хорошо, я буду решать. Сегодня у него получилось, я очень надеюсь, что он продолжит в том же духе. Но все, что он сегодня забил, это заслуга команды, так что все молодцы. Передачки доходили и не жадничали. В целом, самое главное наше предложение под итог, что нам еще очень много нужно работать. Спасибо.